Наша компания существует с 1995 года. В ней работает порядка 50 человек. Главный офис находится в Санкт-Петербурге. Виртуальный офис находится в сети. Мы, собственно, были одними из пионеров в России, кто перешел на онлайн-технологии. Наша клиентская база насчитывает более 100 тысяч человек. Наша клиентская база копилась очень долгое время. Мы поменяли бизнес-модель, были офлайновым агентством. Сейчас мы на 90% онлайновое агентство. Мы накапливаем базу ежедневно. Мы имеем порядка 10 тысяч посещений нашего сайта в день. Достаточно успешные продажи и очень серьезный рост. Мы выбрали компанию Travelport в качестве нашего основного поставщика системы ГРС около 3 лет назад. Для нас это было очень серьезное решение, непростое решение, но тут сыграло несколько факторов. Прежде всего, качество продуктов компании Travelport, оно соответствует самым высоким мировым стандартам. А во вторую очередь, не менее важную, это то качество взаимодействия с менеджментом компании Travelport, которого нам удалось достичь. Мы действительно общаемся с ними очень плотно по всем вопросам и всегда находим взаимопонимание. Компания Синбад активно пользуется нашей поддержкой со стороны Helpdesk, которая у нас работает 24 часа. И, конечно, так как они являются онлайн-игроком серьезным, то их поддерживает наша поддержка API. Но и в нашем московском представительстве у нас есть специально выделенные люди, которые на русском языке помогают решать более оперативно все вопросы, связанные с онлайном. Компания Travelport продолжает и дальше расти вместе с нашей клиентской базой. Мы хотим закрепить себя на позиции лидера онлайн-бронирования и продолжать предлагать дальше наши новые последние технологии и продукты нашим пользователям, такие как Universal API. Компания Travelport, как никто другой, имеет представление о туристической отрасли в России, поскольку я так понимаю, что компания Travelport видит весь рынок, видит в том числе своих конкурентов, то есть она имеет представление о тенденциях и трендах. У нас есть большие планы сотрудничества и технологического сотрудничества. Мы хотим выводить новые технологические продукты на рынок. На сегодняшний день я думаю, что ведь отрасль состоит не только из GDS, да, не только из турагентств, да, это и авиакомпании, это и IATA, это и BSP. И вы знаете, я думаю, что Travelport на этом рынке для нас, как для агентов, один из самых лучших партнеров. Рынок очень жесткий, и на турагентство, на онлайн-агентство очень происходит сильное давление со стороны конкурентов, со стороны авиакомпаний, со стороны IATA. И мы чувствуем, что Travelport на нашей стороне, и это для нас важно. И вот это совмещение, сочетание качественного продукта плюс живого диалога и возможности решать вопросы делает для нас это партнерство стратегическим. Мы рекомендуем компанию Travelport другим нашим агентствам и особенно начинающим агентствам. Наверное, в первую очередь потому, что для компании Travelport не столь важен размер компании, как ее потенциал. Мы видим, с каким интересом и с какой активностью они относятся к российскому рынку онлайн-продаж авиабилетов и фактически во многом формируют этот рынок.